Так, 18:40, 14 октября. Позвонить. Набираем телефон. Хлоуми, не висни, я тебя заклинаю. Чё с ним не так? Вроде вызов должен был идти, а ни хрена не идет. Давай, отвечай. Бля. Номер не отвечает. Да какого хрена? Что, загаситься решил, что ли? Я ему загашусь. Номер не отвечает. Блять. Сука, непунктуальные все такие стали. Пиздец. Че, батарейка садится. Охуеть, договаривались к 7. Сейчас дозвонился до него. Говорит, что-то не слышно, сейчас перезвонит. Алло? Ага. Слышно сейчас? Да. Ну мы договаривались к 7. Мы договорились, если там что получится, у нас не получится, сегодня точно не выйдет. Ну, блин, так позвонили бы, хоть написали бы, а то я что, как дурак сижу, жду. Все планы свои отменил. Ну, заранее стоило было позвонить. Ну, затупил, забегался. Так, ну, давайте завтра или когда уже там. Так, завтра что у нас, четверг? Да. Четверг же, да? Да, четверг. Так. Так. Работаем до 6. Ну, все, завтра во сколько? В 2 часа звоню. В 2? Да, я в 2 часа позвоню. Да. Уже точно там у Сашки узнаю, как у него там дела. У него супруга заболела-то, которая у меня по вечерам работает. Вот. И ей подозрения ставят на этот ковид. Вот он уже... Завтра он на официальную работу на свою не идет, то есть ему запретили туда идти. Угу. Вот мне нужно как бы подумать и принять решение, то есть стоит ли с ним контактировать или не стоит. Вот. Так, а никого другого нету, да? Как? Никого другого нету? Ну, да нет, в принципе, как бы это... Мне единственное, что там помочь, это просто рукой придержать, чтобы эта штука там на пол не свалилась и все. Ну, вот так вот встать и руку вытянуть. В принципе, больше ничего не нужно. Я думаю, мы, если что, и вдвоем справимся. Угу. Ну, ладно, тогда позвоните завтра к 2, хорошо? Да, к 2 позвоню, но... Хорошо, договорились. Определимся. Угу. Это пиздец неудобно. Блять. Если договариваетесь с чем-то, договаривайтесь либо гарантийно, либо сразу говорите, что постараюсь, но ничего не обещаю. Ближе к делу созвонимся. Пиздец, блядь. Что за народ пошел? Вот. Должно же как-то, не знаю, мужское слово иметь какую-то ценность, какой-то вес. Пиздец. В общем, сегодня я без мебели. Ждем до завтра. Алло. Я уже дома. Ну хорошо, машину ждем. 10-я, да? Да, 10-я. Все хорошо. Спасибо.
Так. Говорит, что как машина подъедет, сразу же повезут. Ну, надеемся. Ждем-с. Ждем-с. Мне уже самому интересно, что получится. Потому что до этого я видел только на бумаге. А сейчас вживую увидеть это. Это будет нечто шикарное. Эта тумбочка переместится сюда. Тумбочка. Охренеть, тумбочка. Шкаф. Шкафчик этот. Переместится сюда. Так. А потом сюда встанет стол с полками. Ждем-с. Ага. Бог одно давай там захвати вот сузу. Та-да! Готово все. Стола-полочка вообще получилось даже лучше, чем я предполагал. Лучше, чем ожидал. Можете и комиксы, и всякий став сюда поналожить. И вообще будет офигенно. Сейчас только от пыли все протеру. И можно будет пользоваться, как Даркуша любит говорить, на все бабки. 24 тысячи мне это вышло. 2 на 2 метра. И глубина 75 у него. 70, по-моему. Ну что, будем пользоваться. Жестко держит. Вообще хорошо. А с этим шкафом я потом еще подумаю, что сделать. Может избавляться. Может переделать его. Или вообще вместо него взять чисто полочки, нахреначить сооружение чисто из полок. Посмотрим еще. И в какие? У тебя по-любому есть какие-то идеи, мысли, соображения. Пиши в комментариях. Предлагай, обсудим. Стол просто шикарный. Я тащусь. Он просто офигенен. Блин, он пыльный, надо его протереть. Ладно, пока что все.